Первый хоспис для маленьких пациентов открылся в Иркутской области. Отделение действует на базе бывшего дома ребенка на бульваре Рябикова. Палаты оборудованы аппаратами искусственной вентиляции легких и прикроватными мониторами. Персонал, а это 110 человек, прошел обучение в Москве. Среди специалистов – врачи, педагоги и психологи. Под наблюдением вместе со своими родителями здесь могут находиться 25 тяжелобольных детей от 1 года до 18 лет. Время пребывания до 3 месяцев, потом ребенка выпишут домой, но при необходимости могут вернуть обратно. От белых халатов местные медики откажутся, условия максимально приближены к домашним. Поэтому на сотрудниках одежда только ярких цветов. У нас есть специальный зал отдыха, в который могут посещать которые могут и родители уже выписанных детей, которые к нам поступят через какое-то время, они могут обмениваться. Это очень активно идет. Открытие хосписа разгрузит врачей поликлиник, ведь именно они раньше оказывали помощь паллиативным пациентам. При центре будет работать и амбулаторная служба, чтобы выезжать на дом к тяжелобольным детям.